Я Максим Гончаров. Что-то сейчас гол чуть не забили, кстати. Я в «Нефтехимике» играю сейчас. Возможно же каждой атаки забивать, но что-то не получилось. Опасный моментик был. Мы разбираем соперника, как они играют в большинстве. Пусть они катаются по кругу с шайбой, это окей. Главное, центр, чтобы был закрыт. И оттуда не бросали. Ух ты, голешник-то какой, со вбрасывания. 3 секунды, а то и 2 потребовалось на розыгрыш нижнеканцев. Хорошая смена сейчас была, поджали прям так. Лещенко, бросок, добивание. Во втором периоде важно смены накладывать. Знаешь, что такое смена накладывать? Запереть пятерку соперника так, чтобы наши успели поменяться, а они остались. А получается, эти не поменялись, соответственно, им тяжело. Ну вот, большинство закончилось у Лащика. И бросок Гашникова в направлении. Галкин отбивает шайбу перед собой. Это нашатырь. Нашатырный спирт, да? Забодриться чуть-чуть, да. Хансен заряжает Сидоров и попадает 2-2. И не нужно никакое наложение проводить. Я пробовал на сбрасывание продавить клюшку. Там, если сильная и центральная, то сложно очень. На поборку Попов нужно бросать, бросает, попадает в гол. Прям очень хорошо. Камара шайбу отобрал прям очень качественно. Ну, по Гарипову, слушай, ну здорово играет сейчас, видишь. Знаешь, бывает, люди играют. У нас вроде несколько игр здорово, а потом спад. Надеюсь, что такого не будет. Но я уверен, что не будет, потому что он такой профессионал, хороший, готовится постоянно. Вот. Шевелев на пятак в моменте, Щей, Белозеров 3-2. Во второй раз в этом матче нижнекамцы выходят вперед. Звенишко вот это хорошее, конечно, у нас неплохо. Вот этот Камара, Митякин, Порядин. Достаточно, говорю, громкие, но это круто, на самом деле, когда команду поддерживают, это слышно. Ну и всегда приятно при полном стадионе играть, как ни крути. Красавец Кашников, посмотрите, выиграл этот кулачный поединок у Кармье. Это дорогого стоит, и... Вот овации со стороны болельщиков. Всем Гончаров, приходите, поддерживайте. Нам ваша поддержка очень нужна.